Всем привет! Я наконец-то купила Greenway. Очень давно его хотела. В итоге решилась и хочу попробовать. Купила порошочек Мистик. Очищающий порошочек Мистик. И вот буду пробовать. Надеюсь, поможет, потому что я хочу отмыть свои кроссовки белые. На моей памяти, если это видно здесь... Сеточка стала желтой, на моей памяти она не должна быть желтой, она была белая. Но эта царапина не отмоется. Кроссовки после ходьбы. Я их не буду мыть вручную. Попробую чисто порошочком. Здесь есть пятна. Подошва уже, соответственно, не отмывается. И шнурки сейчас будут отдельно. Значит, шнурочки тоже уже такие, надеюсь, фокусируются. Тоже уже такие вот грязные. Я думаю, они вручную не отмоются, не отстираются. Значит, у меня будет все происходить в тазике. Нужна столовая ложечка этого порошка и 1,5 литра горячей воды. На 15 минут, насколько я помню. Да. Сейчас попробуем. Надеюсь, это спасет. Потому что вообще я заказывала для детской одежды. Потому что... У кого есть дети, и они уже водят прикорм, знают прекрасно, как дети едят. И что потом от одежды отстирать пятна очень и очень сложно. Поэтому сейчас протестим на кроссовках, потом уже на какой-нибудь детской одежде протестим. Надеюсь, что Greenway меня не разочарует, потому что я очень давно его хотела. Я хочу еще... На себя в зеркало смотрю. Я хочу еще тряпки, которые очищают загрязнение. Хочу тряпки для окон. И автотряпка она как-то. Ну, короче, тряпку для машины. Я не я, если что-то не просыплю. Вот такой здесь порошочек. Я, конечно, превосходный съемщик. Надеюсь, это поможет. Вот у меня вскипел чайник. Здесь у меня от кипятка кроссовки не это. Не расклеются, а то вода кипит. До меня это только что дошло. 15 минут прошло. Кроссовочки я тут попереворачивала. Ой, горячо. Сейчас споласкиваюсь холодной водичкой. Ну, я сполоснула, немножечко протерла тряпкой. Я бы не сказала, что результат шикарный, но да, вот здесь уже ничего не поможет. Но как бы он есть, то есть сетка уже как минимум стала белее. Шнурки, конечно, стали белее, но где тут? Ой, сейчас только что же было. Ну, короче, вот эти черные. Вот, не помогло. Сейчас по сравнению, вот, какая сетка была, то есть, какая она была и какая стала. То есть, ну, как бы результат есть, но я бы не сказала, что он шикарный. Может быть, там, от того, что у меня не полностью кроссовки покрывались водой, хотя я переворачивала. Не знаю. Ну, как-то вот так.